друзья, всем привет! В данной тренировке мы тренируем шраги, в простонародье говорят трапеции и плечи. В данном своем случае я тренируюсь с наибольшим для себя весом, так как я хочу потянуть мышцы и набрать мышечную массу за счет работы с большим весом, чтобы потянуть мышцы и рост мышц увеличится, так как я считаю, что в принципе рельефа во мне достаточно, я решил именно набрать мышечной массы, дать рост мышцам. И про маску хотел сказать, что во время тренировок она значительно сбивает дыхание, так как вы не можете, делая упражнения, дышать равномерно, как бегая на беговой дорожке. Поэтому за счет этого дыхание сбивается, тем самым тренируя свои легкие, что в дальнейшем поспособствует вам во время тренировок. И сейчас мы попросим Дениса, чтобы он сделал, выполнил упражнение в этой же маске человека, который особенно, особо в ней не работает. И потом мы спросим, что он и как себя чувствует. Ну, а могу сказать, привести, так сказать, краткий пример суть данной маски. Но это, например, когда долгое время не занимались, не тренировались в спортзале и решили спустя какое-то долгое время прийти в зал и начать интенсивно заниматься. Вам сразу станет плохо, вас начнет штормить, вам будет плохо. Ну и, в принципе, эффект этой маски такой же, если неподготовленный человек начинает в ней тренироваться. Ну, сейчас мы спросим у Дениса, что он чувствует и как ему выполнялось данное упражнение в данной маске. В данном случае он выполняет средние веса на большее количество раз. Как вы понимаете, это он делает для рельефа. Так как, в принципе, массы у него хватает, ему нужно подчеркнуть свои мышцы. А вы там сами выбирайте, что вам больше подходит. Я уже слышу, дышит тяжело. Ну, в принципе, достаточно выполнять все упражнения от 8 до 12 раз. В данном случае мы делаем 5 кругов на каждое упражнение. От 8 до 12 повторений. Ну что, поделись ими. Ну, если честно сказать, в этой маске занимаешься все равно, что, допустим, отбухал месяц и пришел в спортзал интенсивно тренироваться. Вот тут точно такое же состояние. Вроде как бы можешь, но у тебя учащается пульс, сердце начинает колотить жестко, как будто вот утром только что с клуба пришел, по-моему, сразу на турник. Ну, согласись, такое ощущение, что как будто, ну, грубо говоря, больной ты пришел тренироваться в зале. Нагрузка на сердце большая идет. Нагрузка на сердце. На дыхание, естественно. Дыхание, естественно, но уже, сами, наверное, видите, как это намного тяжелее, да. А без маски это все намного проще. Так что... Так что, можно сказать, тренируйтесь, занимайтесь, развивайте, не сидите дома. Да. Thank you.
друзья, я вас очень попрошу, не отдыхайте долго между подходами. Не давайте мышцам остыть. Старайтесь прорабатывать их на горячую. Не сидите после упражнения. Старайтесь ходить, чтобы не сажать свое сердце. Вы были на моем канале Павел Наумов. Если вам понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал.